Коллеги, Retail Tech снова в эфире. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, какую компанию представляете? Добрый день, я директор по информационным технологиям холдинга «Петровский», Архангельская область. Наша сеть фудовая довольно-таки давно известна уже на просторах нашей великой родины. Кроме того, в наш холдинг входит сеть аптек Витанорд. Вот. Ну, у нас еще есть свое хозяйство фермерское, которое поставляет напрямую продукцию в нашу фудовую сеть. Расскажите, наша выставка IT, каких-то новых интересных решений, что вы ждете от выставки или, может быть, хотите предложить какие-то свои услуги интересные? Ну, в связи с тем, что компания довольно-таки большая и в компании работает, на самом деле, около 3000 человек, понятно, что IT-технологии развиты в компании довольно-таки неплохо, но при этом нужно всегда стремиться к чему-то более совершенному, поэтому, когда нас пригласили на такую прекрасную выставку, было грех не приехать. Здесь довольно-таки интересные представлены решения, здесь прекрасные спикеры, здесь очень интересная атмосфера сама по себе, и в том числе представлены какие-то новые технологии от, понимаю, что партнеров этой выставки. Вот. Здесь представлены партнеры нашего основного и многолетнего, опять же, партнера, извиняюсь за тавтологию, 1С компании, с которыми мы работаем в том числе. Вот. Выставка интересна, выставка, причем она затрагивает не только цифровизацию, не только IT-технологии, но еще и, в принципе, охватывает весь, скажем так, бизнес, причем, скажем так, разных сфер приложения усилий. Я надеюсь, наша выставка подарит вам много интересных контактов, и вы найдете новых партнеров, которые помогут нам вместе делать ритейл-рынок все более интересным и современным. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо большое.